Для моего видеодневника. Очень понравился эфир. Я думаю, что не только было полезно рассказать, но мы, наверное, какие-то для себя самих получили какие-то инсайды, какие-то сейчас общения. Простая модерация дает большой какой-то результат. Еще раз. Давайте продлим. Давайте еще раз. Приглашайте еще раз. Хорошо. Спасибо. Для меня это был колоссальный опыт с точки зрения общения вот такого офлайн со слушателями. Я думаю, что у нас получилось донести мысль, что такое проект «Совесть», что такое продукт «Карта рассрочки», и показать, насколько мы заряжены эмоционально и насколько мы верим. Главный управленческий месседж, вот, который ты считаешь. Главный управленческий месседж. Не останавливаться. Юля, ты... Команда – это все. Да, супер. Так, ну что, утренний эфир завершен. Мы сегодня поговорили о менеджменте, о Salesforce, о том, как создать идею, что нужно сделать для того, чтобы ваша идея была действительно востребована людьми, и некоторые выводы еще вечером. Вот такое туманное утро сегодня над Москвой-Сити. Кстати, интересное замечание. Раньше иногда мы говорили о том, что за границей чистые улицы, и можно ходить в обуви, не пачкая. Примерно то же самое сейчас происходит на Тверской. Выводы дня. Самое главное – это страсть людей к своему делу. Каждый раз в течение нескольких дней, встречаясь с интересными людьми, которые, безусловно, увлечены своей профессией, я замечаю одно самое главное – страсть людей к своему делу, любовь к своей профессии. Любовь к своей профессии и возможность делать то, что ты больше всего любишь. Несмотря на перегруз, несмотря на нереальные условия, несмотря на то, что постоянно ты находишься в работе, несмотря на то, что выходные ты готовишься к следующему рабочему дню и так далее, так далее, так далее. Страсть к своему делу. И второй самый главный момент – это резонанс по ценностям со своим руководителем, по ценностям с собственником, по ценностям со своими подчиненными. То же самое и наоборот, если вы просто сотрудник, то самый главный секрет вашего успеха в компании – это ценностный резонанс с вашим руководителем, с вашими коллегами и с вашими акционерами. Пока.